Привет всем, друзья, с вами Ник Тигер. Так как мы очень долгое время ждем 10-ю версию RE77, для тех, кто не в теме, RE77 это не Resident Evil и не ПТ, но нечто похожее, более, наверное, на ПТ даже. Мы ждем уже 10-ю версию этой демки уже, наверное, больше года. И сейчас, все-таки, не дождавшись ее, так сказать, пока что, я пробую сделать в рубрике «Заценим» видео на версию 009. В прошлый раз я проходил 008, нехило, в конце чуть не обосрался, когда она меня схватила, эта тетка. Давайте попробуем, давайте посмотрим, что у нас тут изменилось, что у нас тут новенького есть, что у нас тут старенького есть и так далее. Так, смотрим при альфа-демо. Right mouse, left mouse to drag. Right mouse E to interact. Так, правая-левая кнопка мышки. Правая кнопка мышки и E. Понятно. Так, что нам надо? По прошлому видосу я помню, что надо взять фонарь. Вот можно попробовать его взять. Вот. О! Огромная куча фонарей скинута сюда. Чистенькое выбеленное помещение. Обои все скукожились, съежились. Good morning. Привет, привет, привет. Тебе тоже доброго утра. Лежали мы здесь на кровати, очнулись. Лежали мы, видимо, очень долгое время. Раз там такие следы остаются. Ну ничего, попробуем, посмотрим. Ох, слепит свет. Но пение птиц очень приятное. Давайте смотреть, что поменялось. О, выключатели появились. О, отлично, свет работает. Замечательно. Так, сейчас свет везде поврубаем. Давай, включай. Вот. Вот, отлично. Часы. Точно так же, как и в прошлых. В прошлой версии показывают время компьютерное. Мячик розовенький. Принцесса, которая текла кровью, как не знаю что, как будто там трех лошадей или трех быков зарезали. Здорово. Ой, не принцесса, ты кто у нас? Юй. Юй. Ну, хорошо, что не другое слово из трех букв. Юй так юй. Ладно. Так, тут на доске у нас буквы. Ну, в принципе, все как и прошлый раз. Так, попробуем. Что у нас тут поменялось? Выключатель. Ну, нажми. Цветок. Цветок. И что я нашел? Его можно двигать. Нифига себе. А под ним ничего? Нет, под ним ничего нету. Так, смотрим дальше. Здесь у нас что? А? Отлично. Так, кость. Кость. Так. Ну-ка. Что за такая кость? Интересная. Видимо, какая-то бедренная, по ходу дела. Как я ее так туда запихнул снова? Давай, вылазь. Для чего она здесь? Непонятно. Телефон поменялся на радиотелефон. Ну, лучше, видимо, жить стали. Замечательно. Ты включаешься? Включаешься. В розетку? В розетку, конечно же, ничего не включено. Так. Хотя свет горит. Это интересно. Что еще? Бычки. Угу. Бычки. Радиоприемник. Лекарство. Рамка. О, она работает. И чё это? Чё-то не понял я. Перевернуть можно как-нибудь? Тихо, 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 тихо. Тихо. Непонятно. Ничего не понятно. Ну-ка.
попробуем тогда перевернуть ее иначе, например, вот так вот. Сейчас бросим ее. Во! Кто это? Кто это? Дай сюда! Ну подними! Да и хрен с тобой. Какая-то, короче, какая-то свадебная фотография. Включим везде свет. Здесь свет не включается. А почему? А потому что тут нету лампы. Точнее, светильника. Ну и ладно. Здесь что? То же самое. Отметина есть. Что-нибудь где-нибудь написано? Нет. Нет, не вижу. Переходим. И смотрим дальше. О! Свет пошел. Буквы на месте. Все на месте. Здесь у нас никого нет. Медведь. Медведь! И кролик. Кто-то... Это птица или это принцесса? Точнее, Юй. Блин, хрен поймешь. Не поймешь. Мячик, тебя можно взять? Мячик. Его можно взять, его можно даже об стенку долбануть. Замечательно. Эй! Ты пока не кровишь? Нифига борозды! Царапины какие. Под дверью. На двери. Ага. Осталось здесь. Так. Смотрим. Свет включим. Этот бесполезно включать. Тут у нас что? Выключатель. И все закрыто. Закрыто. Но судя по версии 008, здесь у нас мы должны подойти к двери принцессы Юя, которая в свою очередь должна нам оттуда тарабахнуть, причем тарабахнуть очень неплохо. Слышь? Но говорят, что версия 009 претерпела большие изменения, поэтому тут может быть и нечто другое. Может быть и что-то непредсказуемое совсем. Картины висят. За какой-то из картин, по-моему, даже дырка была. Для просмотра. Два. Два. Вот здесь два. Что это значит? Два. Непонятно. Тут что-нибудь нашкрябано на часах? Нет, ничего не вижу. Странно как-то. Интересно. Что-то там двойка какая-то. Ю. Ходит, тут вандализмом занимается. Кто тут ходит? Принцесса ходит или кто тут ходит? Не поймешь. Так, тут... Тут вряд ли мы что-то сможем, наверное, найти. Потому что раньше тут отметины какие-то появлялись около часов там и так далее. Сволочь! И вот я ожидал.
Я вот ожидал, что вот это вот будет, и вот она тем не менее сделала это неожиданно. Аж пот прошиб. Так, далее. Просто правда, это было очень неожиданно. Так. Нуй. Чё у нас дальше? Да хватит! Перестань. А, кстати, замок-то починили в двери? А нифига, дверь до сих пор сквозная, но она не открывается. То есть здесь вот щель есть? Есть. И замок здесь не закрыт. Но дверь не открывается. Видимо, тут что-то закрывает ее поинтереснее замка. Так, в прошлой демке насколько... О, hello. Hello. Hello, да, привет, привет. В прошлой демке, насколько я помню, мячик надо было тронуть, чтобы он успокоился, чтобы все было нормально. Ну, ты это, перестань. Давай, завязывай, прекращай. Прекращай, ну того не надо, оно того не стоит. Чё? А это была надпись или нет? Find here. Принцесса, зачем ты требуешь, чтобы тебе нашли find here? Ну хорошо, давай найдем ее. А где она может быть? Если find her, то где она может быть? Find her. О, ее тронуть можно? Ух ты. Ух ты. Это уже интересно. Эта дверь открывается? Нет. А тут? Эй! Эй! Там дырка в двери. Слышь? Слышишь? Кто там есть? Есть кто живой? Ну или мертвый, я не знаю. Вот нам там оттуда сейчас что-нибудь гвоздем или шилом. А, нет, нет. Глаз. Глаз, ядрен, батон. Вот это да. Такого в прошлой дымке не было. Эй, ты кто? Давай, прекращай. Не ной. Не ной, я тебя в прошлой серии, может быть, оскорбил чем-то? Сказал, что... Так, тихо, 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 тихо. Вот это вот Silent Hill уже попер. Ай, по ушам как долбит. Фу. Фу, какой отвратительный звук. Кто-то что-то жрет, там меня уже жрут или что? Что такое? Что происходит? Почувствуй себя чужим грудоломом. Блин, а шаг ты сделать страшно, ёшкин кот. Если это все живое, то определят мое местоположение на раз. Это... Ох, как тут, наверное, воняет. Это просто жуть. Какой кошмар. О. Да. Фу. Мерзкий чавкающий звук. Там, походу, дверь какая-то, но она пока не откроется, как минимум. И что-то нам надо сделать. Что-то нам надо найти. А это что? Это тоже как бы дверь? Все обросло мясом и кишками. Ой, прости, чувак, я не хотел давить тебе никуда.
Так. Что это? Что за гадость? Фух. Какой кошмар. Вот это я вообще не ожидал. Вот это капец. А вот сейчас еще, если вот в так вместе вот наподобие этого появится еще вот этот призрак, вот тогда вообще можно будет обосраться полностью. Да. Эта альфа-версия сделана, конечно, не через два хрена в присядку, но и мы не знаем, что будет дальше. Надо ее попробовать пройти до конца. Хотя, если она как ПТ, то вряд ли мы ее сможем до конца пройти, потому что там не разберешься, что надо делать. Какая гадость. А можно как-то пригнуться, я не знаю. Эй, о! Пригнуться можно. Ой, капец, какая мерзость. Сейчас вот еще какая-нибудь тварь появится здесь. Внезапно. Звуки дикие просто, адские какие-то. Так. Так. И чё? Куда дальше-то? Вниз? Ты чё? Все. Шмоток такой плюх. Как говно в проруби. И все. И все, я капец. Эй. 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 Что такое? Я иду. В темноте, что ли, в полной? Да, вон кружок появляется. А куда мне идти-то? Эй. Какая гадость. Походу фонарик-то свой все-таки он похерил. Какой кошмар, а? Ну вот как тут выбираться? Тут вообще не видно ни хрена. В настройках тоже ни черта нет. Это что там сейчас прошмыгнуло такое? Ну, теперь в обратную сторону. Это что там за сломанный патефон летает мимо меня? Фу, не нюхай меня, отойди, фу. Фу. Ф? Блин, сейчас фонарик включу, и там прям рожа будет. Спорим? Фу. Блин, оборачиваться страшно. Короче, оказались мы за закрытой дверью. Как мы тут оказались, непонятно. Ну, походу, телепортировались. Блин, какая гадость, а. Мерзость просто, мерзость. Ужас, нафиг. Свет, свет, дайте свет везде. Везде свет. Свет дай. Дай свет. Так, Юй, подожди, принцесса. Принцесса Юй. Так. Свет тут не работает. О, приемник заработал. Приемник заработал. И... Так. Он, смотри-ка, не закрывается. Это означает, что, наверное, цикл будет замыкаться и повторяться 1000 раз до тех пор, пока мы что-то не сделаем. То, что нужно. 7. Цифра 7. Вот. 7. И дырка. Опять. И... Эй, кто там есть? Эй.
Не хочет он на нее смотреть. Слышь, чё? Кто там есть? Ответь мне. Давай постучу. Может, ответишь? Это я постучал. Нет. Тишина. Странно. Приемник какой-то сумасшедший с ума сходит. Два бычка. Как было, так и осталось. Кость и фотография. Все лежит на месте. Этот сдвинутый. Картина упавшая. Везде разруха. Все плохо. А ты чё? Можно еще раз посмотрю сюда? Слышь, чё? Слышишь, эй, кто там есть? Принцесса Юй. Может, вообще не Юй, может, как-то по-другому? Не, так вообще как-то хрень получается, если перевернуть эту надпись. Да ну, хеллоу, хеллоу. Я знаю, что хеллоу, красный шарик стал. Чё, тебя нельзя взять? Видимо, нет. Странно. Ю. Дождь идет? Да, дождь идет. Причем аж все запотело, походу там холодно, капец. Рисунки некоторые что, попадали? Наушники переодену чуть-чуть. Вот так даже лучше слышно. Чтоб совсем обосраться. Сейчас оно выйдет, как даст прикурить. И кирпичный завод отложим. Хотя, как знать, может быть, в этой версии она и не появляется даже. Со страху обоссысься, блин. О! Мячик переместился. Или я его пинать могу? А, я его пинать могу просто. Понятно. Попробую выключить свет. И потом сходить и посмотреть. Может быть, получится без света туда заглянуть. Что тут светло. Может быть, там просто не надо, чтобы кто-то видел, что мы наблюдаем за ним. Так, фонарик можно выключить? Нет. Там все равно нету ничего. Ёшкин кот. Что делать? О. 2.45. 2.46. Давай-давай, настраивайся. Что-нибудь повеселей. Блин, страшно, блин. Помехи-то такие. Офигеть. Чё там за инопланетяне эфир забивают? Земляне, мы принесли вам свое послание. Нет, у нас свои новости. Мы своими новостями приносим людям пользу больше, чем вы со своими инопланетными технологиями. Нет? Нет, а что там? Может, мы все-таки заглянем? Слышь, да загляни ты туда, ладно. Эй, загляни. Загляни. Не хочет. Не хочет.
Блин, раздражаешь ты меня. Давай я тебя на место поставлю. Слышь. Вот так. Все, давай вот так вот. Ой, я, кажется, понимаю, почему здесь так много бутылок всяких, банок и так далее. Потому что реально, как новая версия игры выходит, у ней без литра не поймешь ничего. Ты что-нибудь скажешь? Нет, ничего не скажешь. Классная погода. Чего они так мерзко скрипят? Ну давай зайдем на следующий круг. О! Шарик цвет поменял. Hello. You. You. Тут что-то было у нас? Написано на нем? Нет, вроде ничего не было написано. Что такая расфокусировка? Ты уже принял на грудь, что ли, успел? Хотя, в принципе, по кишкам, если походить по таким, как ходили сейчас, это вообще мало не покажется никому. Лампа горит, то есть все так, как я оставил. Эта лампочка загорелась? Не появилась? Нет. Тогда вот эту включим. Так. Что тут у нас? Непонятно. Может, все передачи надо прослушать? Ну-ка. Качество ухудшается, передача с каждым разом. Инопланетяне все-таки заглушают наш сигнал. Давай, давай, металл прорывается, давай. Давай, давай. Металл. Нет. Я чувствую, металл все-таки не прорвется. ДСФМ никак не появится. Будет программа новостей. Все? Ёшкин кот. Ёшкин кот. Так, так, надо щемать. Надо щемать отсюда. Ну ее нахрен. Нахрен, нахрен, нахрен. Что-то я совсем забыл. Что тут есть эта дура? Тихо, 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 тихо. Блин, страшно, я не пойду туда. Слышь, что? Принцесса Юй. Забери меня. Принцесса Юй. Я найду тебе хер, слышь? Принцесса Юй, find хер. Найду, найду. Чё хочешь, только забери, чтобы эта дура меня не сцапала. Фух. Блин. Вроде... Шаги. Вроде, блин, ничего вроде такого страшного нет. Да что за расфокусировка? Что у тебя с глазами, блин? Вроде. Блин, там идет кто-то. Нахрен, 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 нахрен. Выпусти, выпусти меня, выпусти. Ёшкин кот. Ну-ка, дай-ка громкость прибавлю. Так.
если что, ты меня схватишь, да? Обглодаешь? Он как-то вот, вот в эту вот кость? Ну-ка, надо шмыгануть быстренько туда, так, раз, с разгону, чтобы она не успела ухватить меня. Все, 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 я в другом цикле. Ты там оставайся, как хочешь. Свет везде включен. Все, ништяк. Фух, вот я, ух, блин, жопа задрожала, блин. Ой, нет, включи, включи, включи. Жопа задрожала. Страшно, блин. Слышь, принцесса Юй. Нет? Шарик? Ты берешь шарик? Сейчас. Нет, не берет. You. Hello. О, там уже что-то вообще бушует, ураган, что ли? Капец, еще погода нагнетает. Не обосраться бы, блин. Так. А то, блин, появится, даст. Реально даст прикурить. Так даст прикурить, что запомнишь. Опять с ума сходит. Давай послушаем. Ну. Ну. Она что там двери ломает? По второму этажу ходит. Блин, надо щемать отсюда срочно. Страшно, блин. Ой, я думал, свет выключила. Да ну нахрен, слышь. Пойду-ка я подальше, пока не началось совсем. О, розовый мячик. Мячик розовый. Ураган еще усиливается. Так, принцесса Юй больше кровью не истекает. Как я вижу. Так. Вроде бы. Опять. Блин, тут реально без литра, не поймешь. Сейчас, блин, погромче выкручу, она, блин, подхватится и схватит, блин, за жопу. Капец, блин, мордоплясье происходит. Ай, блин, мне показалось, вот эта дверь открытая была, вот эта, у принцессы. Так, нет, ну это не дело, блин. Здесь у нас Ю. Потом здесь у нас что? Здесь у нас вообще нету ни хрена. Но картина перевернутая. Так,
так, не поймешь, что происходит. Вот это вот, походу, это на окошко надевается, чтобы стекла не повыжимало. Хеллоу, да мне не надо таких хеллоу. Вот будет прикол, она сейчас появится и свет потухнет кругом. Вот это вообще можно будет реально в штаны наложить. Просто обосраться. Обосраться, обдристаться, обливаться, уржаться и сдохнуть. Либо в таком порядке, либо все вместе. Либо в смешанном порядке, в случайном. Либо еще как-нибудь. Слушай, ну его нахрен, давай кость возьмем. Слышь? Давай возьмем кость. Иди сюда. Кость. Кость не берется. Она не берется, никак не берется. Ёшкин кот. И с этим тоже ничего не сделать. Пучки не берутся. Может быть, посидеть, покурить? Нет. Курить нельзя. Никогда. Ни в коем случае. Курение зло. Курение убивает. Убивает похлеще, чем любой хоррор. Нервные клетки. Так. Бутылки тоже не приложишься, ничего нету. Вот закрытая. Может открыть ее? Нет. Нет, чтоб, блин, не так страшно-то было. Идти дальше. Нет. Ну нет, да и нет. Да и нахрен пошли отсюда. Синий мячик. А тряпка все время зеленая? Да, по-моему. Так, Ю. А что, может быть, тебе тоже послание какое-нибудь можно оставить там мелком или что-нибудь? Нет, ничего не работает, блин. Ничего не работает. Нет, нету ничего. Что происходит? Все, уже передачи даже закончились. Все, 3 часа, все, походу, спать легли. А дура это нет, походу. Нафиг. Ну-ка. Сейчас реально оттуда гвоздем кто-нибудь или шилом. Ших! И веселуха будет. Конкретная веселуха. Вечеруха, веселуха. 7. Здесь 7. Здесь 2, да? А можно как-нибудь ее снять или что-нибудь сделать? Или любые манипуляции с картинами только в темноте надо проводить? Ты идите нахрен, я не хочу свет выключать. Обойна. Ты отклеиваешься? Эй. Нет. Что-то надо сделать. Всё, вообще дура пропала. Ни шагов, нифига не слыхать. Раньше хоть ходила, а сейчас, походу, мы от нее свалили. Хе-хе, хрен догонишь. Задолбаешься пыль глотать, называется. Так. Нет. Нет. Желтый мячик. Цвет мячика меняется. Может, блин, не знаю даже. Но он двигается. Может, с ним надо что-то сделать? Куда-то его это? Куда покатился-то?
Эй! Эх! Дай сюда огнетушитель. Пофигу, что он это, без давления мы его будем использовать. Кость нам не дают как самозащиту использовать. Здесь вообще что-нибудь работает? Ну, кроме света, конечно, а то сейчас договорюсь, дурак. Эй! О, фонарик. Включается. Эй! Нет, вообще тишина. 7. Да что за 7? Познавалки какие-то. 2, 7. Может, все цифры надо найти, но это же капец. Где их тут искать? Это пипец, товарищи. Это полный пипец. А если с разгону? Кстати. Или на лестнице он разгон не примет? Не примет. Желтый мячик. Но он и был вроде желтый. Что, с растением что-то сделать? Шоколад сожрать? Нет. Может, побегать через несколько циклов? Может, что-нибудь получится? Что за фигня? Может, тут что-нибудь есть? Что это такое? Чё? Welcome. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Там 7, там 2. You welcome home. 27 72. Это шифр какой-то, что ли, секретный, или что? Тут ничего не написано нигде? Нет. Welcome home. Нет. Чё за фигня? Это 3? Нет. Это просто она обдолбанная какая-то. Может, в обратную сторону надо пройти просто тупо? Нет. Чё за хрень?
что-то заблестело. Вон! Фигня какая-то. Что это такое? Что там? Эй! Эй! Нет. Там что-то, там... Принцесса Юи это, дискотеку что ли устроила? Вон там огоньки разноцветные, там лазерные всякое такое, там тишина. Здесь тишина, потому что там у нее походу звукоизоляция. И дырку целлофаном заделала, вот эту вот. У нее там дискотека походу, они там отрываются, а я здесь хожу, блин, как неприкаянная. Надо попробовать сейчас вот тут заглянуть. Чё тут двойка до сих пор? Да, двойка. Ух, я уже, блин, мокрый весь, блин, уже. Радиоприемник не работает, бычки также лежат. Кость также... О, кость можно взять! Сейчас ее можно взять, а что с ней сделать? Эй! Нет. Сейчас я кость возьму, буду защищаться ей нафиг. Эй, не подходи! Да не, это бесполезно. Сломает эту костымагу нафиг, да и все. Эй, я ведь его двигал. А почему он опять в середине стоит? Ну нафиг. Ну, туда, туда, давай, вперед. Вот так. О. Все. Стой на месте. Может, блин, может под ним что-то есть? Нет. Странно. О, блин, вот если она схватит, блин, за жопу, то схватит, я чувствую, основательно. И безо всяких шагов, и безо всего. То есть, это называется, мент подкрался незаметно. Че там? Welcome home. Все? Вроде бы все. Че это такое? Че это? Че это было? Это, может быть, был пропуск на вечеринку принцессы Юй. Ну-ка, пойдем. Эй, у меня пропуск есть. Слышишь? Пусти меня. Не, вон, продолжается. Ну и дура. Ну и пошла отсюда. Сам как-нибудь выберусь. Блин, а правда, что это было? Бумажка какая-то, что это я подобрал? Тебя можно взять? Нет, тебя взять нельзя. А кость? Не, костымага тоже не берется. Что за хрень? Фух. Звук погромче сделать немножко. Так. Это что? Это ничего. Так хрен его знает. Что у него там продолжается? Дискач. Ю. Во. Ми.
The eight of you. Чё? The eight of you fucking disowned me. The side of you. Блин, не видно ни черта, что написано. The side of you. Ну, блин, отлично. Теперь мы с призраком перебрасываемся сообщениями. Замечательно. Да, я что-нибудь это черкану. Стоп. Появились крестики. Да? Нет, крестиков нет. Интересно. Блин, и правда, без литра не пойму, что он еще лежал так. Хрен просышь. Ёшкин кот. Ты чё за... Нет. Вруби фонарь. Ну нахрен. Чё тут? То же самое? Да. Крест. Ну вот он, крестик. Так, вышел. И? Бумажка как лежала, так и лежит. Что тут написано? The side you fucking disgust me. Disgust me. Че? Ты реально не поймешь. Слышь, пусти меня на вечеринку на свою. Ветер завывает, блин. Может быть, это та самая бумажка, которую мы нашли, только теперь она просто здесь висит. The sight. Знак, если ты... Знак, ну такой знак есть только на двери. Хрень, блин, какая-то. Чё с этим знаком-то связано? Сейчас, блин, только сунься к этому знаку. Она, блин, появится и все, и сдохнешь на месте. Или обосрешься на месте прям. Ну, вот он. Вот он, этот значок. Ну и чё? Ой, ёшкин. Ёшкин кот. Надо было на X нажать. При этом выделить именно средней кнопкой мышки. Ёшкин кот. Я выделял правой, я выделял левой, я выделял как угодно, но это просто что-то с чем-то. Да. Капец. Ух. Вот сейчас, наверное, начнется что-то очень серьезное. Так, пробуем. Пробуем пройти. Что мы видим? Собственно, пока не видим никаких изменений. Ничего такого. Капец, какая-то, блин, ошибка в одной кнопке может вот такой эффект дать, а? Ну это же просто трындец. Ай, ужас какой. Оу. I can feel it inside my head. Я могу чувствовать это в своей голове.
Стоп, стоп, тихо, 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 тихо. Фонарик есть, но он еле бздит. Капец, ты чё так рыдаешь навзрыд? Прекращай. Перестань. Выключатель не нажимается. Чёрт, что такое? По ушам так как вдарило. Так, окошко проходим. Заходим. Ага. Слушай, перестань рыдать, прямо... Ух ты! Ух ты! А я тоже так умею, слышь? Ой, не, так я не умею. Блин, перестань, у меня от этих звуков... Ух ты! А... Тихо, тихо, иди нахрен, иди нафиг. Иди-ка ты подальше. Кутит, как не знаю кто. Ёшкин кот. Блин. Блин. Так. Что-то разбило окно. А вот что? Фонарика у меня нет. Что? Охренеть. Охренеть просто. Слушай, а это, тебя можно? Нет, она не пропустит. Она не пропустит. Ты меня сейчас схватишь, да? Да? Ты меня схватишь? Посмотрите, какая анимация. Это просто обалденно. Хотя бы волосы. Офигеть. Ну, судя по тому, что она так долго бежит, мне кажется, она меня нифига не схватит. Хотя я попробую быть... Не получилось. А в любом случае не получилось бы. Проход там слишком узкий, а она слишком здоровая. И чё? Всё? Конец игры, что ли? Фух. Вот это она дала. Пришла дать прикурить. Я не понял, что происходит? Так, стой. Стой. Подожди. Включи фонарь. Включи фонарь. Зачем ты выключаешь его сам? Он сам выключает его. А вот сейчас, походу, что-то будет. Ну, я так и знал. Фух. Так. Вроде все цело. Все нормально. Все нормально. Перепугало, конечно, здорово. Ну, внезапно. О, еще живые? Мы. Нифига себе. Эй! Все, походу, дискотека кончилась. Спать все пошли или нет? Нет, не кончилось. До сих пор он фигачит. Вот стекло разбилось. Нифига себе, это оно так запотело, или это вообще лед? Хрен его знает. И на то похоже, и на другое похоже. Да, с таким светом мы далеко, конечно, не уйдем. Блин, капец, она ядреная. Прорисовали ее, конечно, жутко.
Но, с другой стороны, анимация просто безумно красивая. Очень красиво все сделано. Че уж тут. Ты работаешь? Нет. Пепельницу. Дай хоть пепельницу разобью, что ли. На счастье. Ну-ка. Тынц. Опять одни очки остались. Ну и ладно. Офигеть. Да. Welcome home исчезла. Да. Прикольно. И чё, теперь все зеленое. Так. А выключатели будут нажиматься? Свет включится вообще, нет? Ну-ка. Нет. Нет, не нажимается. Они чё, хотят добить, чтобы уже окончательно все в штаны наложили, да? Я вот этого не могу понять. Чё за хрень? Ми, ну ми. И чё? Find here. Дальше что? Нет. Ага. Лампа горит. Тихо. Чё передадут? Это чё, это таймер? Таймер до конца игры, что ли? А ну-ка, закрывай дверь. Закрывай дверь, нафиг, забаррикадируемся. Забаррикадируемся! Это таймер. Ох, сейчас что-то жахнет, я чувствую. Сейчас что-то жахнет. Бабахнет, шарабахнет, как угодно. Что-то сейчас жахнет. Ну давай. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Блин, поворачиваться страшно. Ну его нахрен. Что-то он задом наперед разговаривает. Капец, вот это игруха. Вот это игруха. Ну молодец. Молодец, создатель. И попробуем дослушать все-таки. Все. И чё? Слышь, давай, может, это... Вон там что-то бухло какое-то в углу стоит, давай. Может, нафиг не надо меня убивать? Слышь? Чего? Скажу. Закрыто. Ёшкин. Кот. Закрыто везде. Капец. В общем, вот. Вот такая вот, в общем, демка. Все-таки я ее добил. Вот все-таки добил. Вот я чувствовал, что что-то не то я делаю. Ведь по ПТ надо было на X все-таки нажать. Все-таки добил я ее. Все-таки. Ну, качество просто замечательное. Че уж тут. Великолепно все сделано. Анимация очень красивая. Прорисовка очень хорошая.
Все замечательно. Ну, ждем теперь 10-ю версию. Естественно. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Большое спасибо за внимание.